Москва, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы. Его соперник в белом кимоно Руслан Джалин представляет Южный федеральный округ Адыгею. Его лучший спортивный результат – бронзовая медаль чемпионата Министерства внутренних дел Российской Федерации, бронзовая медаль чемпионата Южного федерального округа. Мы будем проводить сейчас церемонию награждения призеров и чемпионки в абсолютно